компания из Петербурга «Астрон Марин» построила и поставила МЧС три катера проектов «Марлин 900» и «БЛ-820». «Марлин 900» представляет собой судно с рубкой закрытого исполнения, с открытым кормовым кокпитом, стационарными дизельными двигателями «Вольво Пента» с суммарной мощностью 440 лошадиных сил. Моторное судно самовосстанавливается из положения «Оверкиль» в положение «Ровный киль». Форштевень и киль корпуса имеют дополнительную защиту от деформации при ударе. Каждое моторное судно оборудовано средствами навигации, связи, тепловизором и имеет видеонаблюдение.